пасодобль. От испанского пасодобль – двойной шаг. Испанский танец, имитирующий корриду. Его первое название – испанский уэнстеп, поскольку шаги делаются на каждый счет. Танец поражает зрителей своими потрясающими по красоте линиями и динамикой движения пары. Это своего рода мини-спектакль на паркете. Здравствуйте, меня зовут Шевякина Алина, и сегодня в программе «Уроки танца» мы будем изучать танец пасодобль. Начнем с разминки. Вторая позиция. Ножки на ширине плеч, разминаем голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вниз, вверх, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через круг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Последний. Пять, шесть, семь, восемь. Разминаем корпус. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки соединили к правой ножке, к левой, до пола. Открылись. Раз, два, вниз, открыться. Пять, шесть, семь, восемь. Через верх опускаемся вниз. Спина максимально прямая. Подбородок смотрит вверх. Стоим в восьмерку. Раз, два, три, четыре, пять. Держим корпус. Шесть, семь. Сложились вниз. И через вдох открываемся наверх. Выдох. Хорошо, разминаем. Ручки, ножки стоят в третьей позиции. Центр собран. Корпус открыт. Начинает правая рука. Левая на поясе. Раз. К себе. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Поменяли ножки. Левая впереди. В третьей позиции. Работает левая рука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Возвращаем ноги в первоначальную третью позицию. Работают две ручки. К себе. Открыть. Три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И по очереди правая, левая, две. Ноги в исходном положении в третьей позиции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ноги стоят в третьей позиции. Работают правая и левая ручки. Вверх. Открываемся. Раз, два, три. Закрыть. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вторая позиция. Ручки на ширине плеч. Руки сильные. Максимально концентрированный корпус. На раз, два, правую руку к себе, сильный корпус, продавливаем, три, четыре, открываем, пять, шесть, семь, восемь, еще раз, два, три, четыре, через усилие, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и последний, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. В третьей позиции опускаемся вниз, тянем корпус, растягиваемся и выдыхаем. Выдох. Разминаем ножки. Стопа выворотна. Пятка смотрит вовнутрь. Открываем по очереди правую ножку. Вперед, в сторону, назад, закрыть.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Левая ножка. Раз, два, в сторону. Четыре, пять, шесть. Вперед, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Достаточно. Разминаем ножки, продолжая. Открываем правую ножку через ронд в сторону. Соединяем. В сторону. Возвращаем в первую позицию. Вслед за правой ногой работает рука. Открыть. Вернуть в исходное положение. Раз. Вслед за ногой и рукой работает голова. Раз. Два. Три. Четыре. Еще. Пять. Шесть. Стопа сильная. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Достаточно. Левая нога. Натягиваем стопу максимально через ронд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь. Соединяем ручки. Тянемся вниз. Четыре счета стоим. На два счета вниз. И через верх возвращаемся в исходную позицию. Добавляем динамику в ножки. Разминаемся через прыжки. На восьмерку прыгаем. Восьмерку отдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отдыхаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Две восьмерки. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На этом наша разминка закончилась. И прямо сейчас мы приступим к изучению небольшой танцевальной связки пасодобля. Мы стоим спиной к зрителю, к зеркалу в данном случае. Стопы в третьей позиции. Корпус. Максимально выводим косточки вперед. Счет раз мы пропускаем. На два разворачиваемся и приставляем ножки в первую свободную позицию. Раз, два. И еще разочек. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. На счет три правой ножкой делаем акцент. Ручка правая также поднимается наверх. Три. Через ролеве, через выпад. Четвертый счет. Открытие вперед. Четыре. Пять. Закрыться. Давайте еще раз попробуем с самого начала. И раз. Два. Открылись косточки максимально вперед. Ручки раскрываем назад. Корпус собранный. На три. Правой ногой танцуем акцент. Правая ручка поднимается вверх. Три. На четыре. Через ролеве. Ролеве положение, когда наши носочки подняты максимально на подъем. Три. Четыре. С правой ноги выпад. Четыре. Обратите внимание, что правая стопа правой ноги выворотна. Четыре. Пять. Мы закрываемся. Левая ножка находится на подъеме. Ручки открыты. Корпус смотрит вперед. И еще раз закрепим. Чуть быстрее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь наша задача обойти вокруг себя при помощи трех шагов. С точки 5 мы продолжаем двигаться по кругу. Медленно. С левой ноги. Шаг. Правая ножка. Шаг. Левая в сторону. И правой ногой возвращаем себя в исходное положение. На зрителя. На зеркало. И чуть побыстрее. С точки 5. И 5. 6. 7. 8. Соединим все с самого начала. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, раз. В счет раз мы добавляем акцент не только ногой, но и рукой. Раз. При этом левая ручка располагается над правой. И еще раз. Раз. И последний. И раз. Попробуем соединить с учетом этого акцента с самого начала. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз. Отлично. С этого момента наш корпус двигается через левое плечо. Диагональ. Максимально назад. Диагонально. И возвращаемся в исходную позицию. Правая ручка располагается над левой. Еще разочек. Раз, два, три, четыре. Закрылись. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Левая ножка готова к тому, чтобы продолжать движение. С самого начала соединяем. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. И еще раз с самого начала. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Максимальный выпад. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. А теперь давайте просто потанцуем. Впервые пасодобль был исполнен во Франции в 1920 году. Стал популярным в Высшем парижском обществе в 1930-х. Поэтому многие шаги и фигуры имеют французские названия. После Второй мировой войны пасодобль включили в латиноамериканскую программу спортивных бальных танцев. Надеюсь, вам понравилось наше занятие. Танцуйте вместе с нами на телеканале 7.